Хейоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Rusty Lake Paradise. И это у нас, походу, будет последняя серия, потому что у нас, конечно, 9 осталось и 10. Конечно, я не знаю, какая-то у нас 10. Ладно, погнали. Сейчас 9 тьма. Так, здесь у нас ничего нету. Здесь тоже, окей. Пойдемте. Вперед, вперед. Ладно, идемте сразу. Ладно. Тоже налево сходим. Ух ты же, бля. Плохое мне предчувствие. Так, дятел, дятел, дятел. Так. Ну это легко, это просто по веткам. Сейчас мне нужно просто посчитать и все. Да, это легко. Раз, так, сюда. Просто я видел, там какой-то механизм уже был. Мои все стоят. Так, кирка. Солнце должно обратиться во тьму. Луна стать кровавой. Прежде чем наступит день озера. Великий и блистательный день. Окей. Здесь мне нужно, получается, что-то перемалывать. У меня есть древесина сейчас, берется. Так, коричневый порошок. Это вот это у нас. Нам еще нужно получать с вами 4 штуки. А, так, стоять. Это мне нужно. Куда бы записать? Давайте сюда. Хотя мне здесь чертежи, поэтому... Опа, листочек. Всегда листочек на готове в таких играх логических. Поехали. Рыба. Сейчас, оп, оп. Это рыба. Рыба. Так, ну это легко, это овень. Овен. Водолей. Водолей. М. Это скорпион. Близнецы похожи у нас на рыбу, только две полосочки. Близнецы. Так, это хрень, я не знаю, это лев. И бык. А, и стрелец. Так, хорошо. Вот, тоже сейчас, когда я вот писал, допустим, если у меня вебка зависла на видео, то пускай оно вот так и будет, ладно. Так. Просто в данный момент, я, понимаете, снимаю игру полностью. То есть, я сейчас сижу, да, и записываю полностью прохождение игры. Без перерыва. Так, камень, кирка у меня есть. Синий камень. Синий — это у нас кристальчик. Ага, хорошо. Без камней, как я понял, мне нечего здесь делать. Так, ну один порошок у меня есть. Так, сюда поехали. Но это у нас стрелец. Стрелец. Бла-бла-бла-бла-бла. Это рыба. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла. Блять, противный виск. Это весы, скорее всего, весы. Вар. Вар. Честно, не знаю даже. Динозавр, блять, или этот как? Годзилла. Ну, скорее всего, он может быть лев. Но я не уверен. Давайте, ладно, лев пускай будет. В скобочках возьму. Так. Сын. Будь готов, сука. День торжества озера приближается. Бык. Бык или телец? Ну, пускай будет бык.
Так, пламя. Что мне с пламенем делать? Ох ты ж, ё-моё. Так, первое. Когда мы были в домике, я видел на вот этой молотильной херне, да? Там этот был, как он сказать, циферки тоже зеленые там, то есть коричневый вот у меня. И он под каким-то номером должен быть. Ну ладно, я потом их расставлю, только нужно сначала все куски найти и перемолоть их. Второе. Я сейчас тут смотрю на одежду их, и у них какие-то вот точки есть. Вот у него 1, 2, это скорее всего номер. То есть порядок. Окей, идемте дальше. Здесь что у нас? Так, что это? Это крутить сам месяц, это ночь, это краснота, окей. Мне, скорее всего, нужно сделать то, что изображено на этом, да? Тихо, так. Оп. Так, сюда. Половина. Готово. Так, теперь красноту. Ага. Окей, так, 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 так. И перевернуть. Оп. Так, хорошо. И сюда. А почему нет? И немножко больше нужно взять. Не пойму. Я же правильно все сделал. А, я понял. Ну это окей, это легенько. Так, полностью весь белый так стоять. Оп. Готово. Красный квадрат. Рано. Так, коричневый... А, это у меня высветился просто как коричневый порошок. Так, он куда-то упал. Стоять. Я... Хотя нет. Потом пойду, мне нужно еще найти. Два. Хотя ракушка может тоже перемолоть. Но их мне нужно 5. С красным это 4. Еще где-то 1. Ага, здесь замок. Бля. Окей. Тогда вопрос, а где мне еще один найти? Так, загадки начинаются, поехали, ладно. Вниз, самый, посмотрю сначала здесь. Здесь у меня ничего нету. И здесь нету. Хорошо, значит где-то в этой все стороне. Так, красный лунный камень. Порошочек, поехали. Раз. Так, кристалл, поехали. 2, 3. Угу, мне остался еще зеленый. Где мне зеленый добыть? Скорее всего, сову мне нужно как-то отогнать. А что мне сделать? Вниз? О, нашел. Мох, мох, мох. Так, поехали, мох. Зеленый. Так, теперь. Порядковый номер делаем. Черт, я понял. Так, теперь 1, 2, 3, 4, 5. Так, первый это зел. Зеленый типа. Потом синий. Син. Кр. И кар. Карич. Пускай будет и бел. Окей. Я могу сейчас сделать, получается, 2 ключа, получить где-то. Скорее всего, открыв... Ну, ввести то 2 кода. Первый у меня с барашиком. Ну, с этим именно. Так, подождите, подождите, подождите. Поехали. Зеленый. Бык. Блять, бы написал. Бык. Так, синий.
Близнецы. Блес. Красный. Скорпион. Скар. Так, коричневый. Телец. Или Овен. Овен. Ладно, пускай будет. Правильно будем все называть. Овен. Разницы никакой, ладно. И белый. Это весы. Весы. Так, окей, поехали. Первый. Стрелец. Стрелец это вот этот. Не, это скорпион стоять. А где у нас стрелец? Стрелец. Так, вот знаки я подписывал. Стрелец-то у нас просто как... Вот он, стрелец. Так. Рыба. Рыба у нас вот. Весы, это понятно. Это где-то здесь тоже должны быть. Они стоят уже у меня, только на четверке, мне нужна тройка. Да и... Ладно, на Овина поставлю. Так, лев. Лев, это вот этот. И Овен сюда. Бык мне нужен, окей. Бык. Бык, это вот, вот он. Так, есть. Так, это один ключ. Вторая была загадка, это с цветами. Первый это у нас зеленый, это бык. Бык это у нас пятерка. На стрельца поставлю. Потом близнецы, это вот это близнецы. Синь, так это двойка. Зачем я цвет говорю? Синие близнецы. Так, тройка. Тройка у нас это... Кто, блядь? Шар. Аскар, скорпион, все. Третий. У меня мышка бывает постоянно отказывает. Так, скорпион. 4, это у нас Овен. Овен это вот он. И 5 весы. Так, стоять. Весы, вот. Готово, 2 ключа есть. Потом я еще мог... Вот еще получу, получается, 2 ключа, походу. И что-то еще, похожий куб. Окей, поехали. Ключи. Раз. Давайте, наверное, краску сюда сразу передвину. Чтобы она мне не мешала. 20. Так, поехали. Так, лестница. Дверь еще заперта. Хорошо. Это тень, да, подставлять? Так, ну вот олень подставил. Ага, это какой-то тоже знак. Хорошо. Первое это филин. Филин. Это 69. Ну, по сути, 69 это либо рыбы. Да, это рыбы должно быть. Я постоянно думал, что это не рыба, а этот скорпион. 69. Так, потом. Дак, утка. Так, тихо. Это у нас кто? Стрелец. Утка. Так, давайте сразу начнем тогда. Птица. Так, кстати, вот он. Это у нас кто? Не пойму. Ага, это рыба. Перевернутая. Хотя это может быть и не рыба. Да, это рыба. Так, олень. Так, окей, кто это у нас? Это у нас непонятный знак. Олень. Так, и последний у нас слон. Слон это вот. Это у нас кто? Весы.
Отделёт от всех, чтоб не путаться. Так, окей. Что здесь у нас? Ага. Это звезды у нас, переставка звезд идет. Так. Так, это вверх влево. Так, это наверх, да? Нет, это в бок. Так, окей. Так, тихо. Вниз. Так, и наверх. Вот мне нужно чисто наверх, чтобы поднялись они. Не поднимаются наверх. Они не хотят подниматься наверх. Так. Вот. Готово. Так, следующее. Это у нас... рыба. Окей, я уже забыл, кто это. Так, ладно. Сначала понять... Еще. Вот так. И оп. Это у нас утюг. Лошадь, лев, конь. Так, тихо. Что-то начинает получаться. Оп. Так. Немножко. Сюда и... Нет, вот есть. Так, ну это скорпион. Так, мне нужно общий... Так, сюда. Так, вот. И эту передвигай потихоньку. Теперь на себя. Немного раздвигаю. Раздвигай друг от друга. Двигаю немножко... К себе и опа, все. Ух ты ж, блядь. Это что-то неясное. Ой-ой. Так, стоять. Значит, сначала мне нужно понять, что я хочу сделать здесь. Вообще, что я делаю. Так, буду по этим смотреть. Оп. Тихо. Опа, все готово. Теперь главное правильно разместить. Готово. И что я получил? А я получил тоже ключ. Вот, раз, два, три. Цифры это три, вот, один. Окей, это у нас следующее. Опять подразделяем. Теперь буду рисовать эти изображения, потому что я не знаю. Так. Это 4. Так, 4. Скорпион, это у нас 5. Это 5. Так, теперь мне нужно так сюда стоять. Вот эту теперь побей нужно нарисовать. Это, походу, стрелец, если не ошибаюсь по знаку зодиака. Я сам стрелец. Так, тихо, вниз. Вниз. И сюда, это у нас двойка. Двойка. Так, его еще не нарисовал. Тебя еще я не рисовал. Типа микропенисы. Так, сюда. Хоп. Ну, ракета, ладно. Это у нас единица. И мне не хватает тройки. Где тройку? Я видел где-то тройку. Тройка. Где же ты? Вот тройка. Это, знаете, как вот между... Если трусы снять, да, блядь, то там, где мотня, вот такое же изображение. Оп.
Оп, это у нас три. Ну вот, короче, смотрите. Я аж художник, блять. Вот, видите? Вот, знаки эти ебучие. Вот. Внизу видели? Вот это они были. Это нам поможет. Когда буду вводить сейчас ключи. Так, поехали. Первое. Давайте сначала со знаками. Ага, они изображены здесь. Хорошо. Первое — это мотня. Второе — это стрелец. Так, третье... Нет, первое — это микропенис. Ракета, ладно. Третье — это мотня. Мотня, мотня — это где у нас? Вот она. Это бык. Микропенис — это близнецы. Так, четвертый — утюжок. Утюжок, утюжок. Где же ты? Ага, вот он, это лев. И пятый — скорпион. Готово. Так, ключ один есть. Хорошо. Теперь здесь стоит филин. Это скорпион, филин. Филин 69 стоит. Раз. Утка 2. Рыба 3. Олень 4. А где этот знак? Вот он. И пятый. Ага, что-то не так. Окей. Вы мне, может, что-то скажете? Ух ты ж, блядь. Ну, это, скорее всего, слон. Значит, слон первый у нас. Слон раз. Скорее всего... Слон, рыба, олень, рыба. Зачем я написал рыба, если это орел? Орел. Сейчас бы искал рыбу, блядь. Пошел бы сейчас на чердак искать эту рыбу на свету. Так, это двойка. Ты. А филин — это три. Это утка 4. Давайте, что ты мне скажешь? Это бык 5. Хорошо, поехали. Теперь здесь. Первое. Первое. 69. А, нам это на троечку. 3 это где у нас? Вот. Передвинься ж. Так, четвертое — это утка. Сука, я сейчас сломаю себе мышку. Утка. Рыба — двойка. Пятый — это олень. Единица — слон. Готово. Здесь что-то еще есть. Но я не понимаю, что, конечно. Так, раз. Два. Теперь что здесь? Просто пламя. Так, а ну-ка. Ага, она двигается. Через это она не может, да? Через серенькие. Да куда мне ближе? Давайте влево. Так, ладно. Еще один и вниз. Вниз почему-то. Чё, бля? Ты что, не можешь вниз спуститься? Окей.
Поехали сюда. Оп. Тихо. Я хотел просто эту херню взять. Так, теперь сюда. В смысле? В смысле она там оказывается? Я что, не должен типа врезаться? Раз, два. Раз. Да, я не должен врезаться. Окей. Тогда сорька за мою тупость. А мне хватит, интересно. Вопрос на сосыпку, хватит ли мне? Хватило, окей. Два раза сюда. Раз, два, три. Пускай будет три. И вниз. Готово. Куда он пропал? Здесь больше ничего, да, не делается? А это как мне получить, алло? Все, больше ничего не скажете. Это уже было. Это уже было. Куб. Куб. Где мне взять куб? Ага, это краски у меня. Так, ладно, пойду тогда туда сначала схожу. Ага, он улетел. Кости твоей матери. Хорошо. Заглянуть я не могу внутрь. Окей. Перемолоть, что ли, их надо? Магический порошок. Хорошо, дальше. Это в костер мне нужно сходить, скинуть. По-любому. По-любому в костер. Так, окей, сюда. Вперед, вперед. Так, в костер. О, куб. То есть меня, походу, хотели утопить. Мать сожгли на костре. Пиздец. Да, это пиздец. Это полный пиздец. Вот это, конечно, была именно не часть, да, вот долгая, а, как сказать, казнь сама по себе. Казнь десятая. Смерть первенца. То есть я первенец. Так, какие-то тотемчики новые. Это, скорее всего, записывать, да, нужно? Окей, пускай будет капля. Капля. Это кровь. Лягушка. ЖБ. Напишу. ЖБ, ЖБ. Так. Муха. Муха. Так, окей. Не понял. Надеюсь, я не умру сегодня ночью. Так. Круг. Так, яблочко. Кисть. Наверх. Веревка. Так. Маска, знаете, похожа на этого. Ой, помните WWE, по-моему, если называться, типа там Бэйби с правил. Ну, с правилом, блядь, непонятно. Мистерио там был чувак, который такой. Не карлик, не сказал бы, что карлик. Маленький такой в масках постоянно ходил. Вот это из этого. Из рестлинга, во. WWE. Так как зеленый, белый, красный, окей. Вот это лучше зарисовать, потому что я не знаю, как это называется. Хрень. И лавки нарисую человеческие.
Ночью озеро покажет себя на истинную сущность. Приготовьтесь. А, приготовься. Тун. Тун. Пам. То есть я... Подожди. Мне нужно бить там, где косточка появляется новая? Или что? Окей, я немного понял. Здесь, походу, нужно по этому, по количеству костей. Где больше костей? Ну, здесь. Снова здесь. А, одинаково. С этой стороны. Теперь здесь. 3 против 4. Почему он бьет? Почему он бьет посередине? Окей, моя ошибка. Моя крупная ошибка. Буду на рукав нажимать. Пум. 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 Тын. Тын. Пум. Застренная кость, окей. Это мне ему стрелу, да, нужно дать? У меня как раз есть яблоко, скорее всего, для того, чтобы... О, перышко. А ну-ка. Я видел вот эту херь, я хочу палку подобрать. Или на нее нужно надеть что-то. Опа, стрела, хорошо. Так, стрела. А это я выбираю этот. Бум. Хорошо, высоко, да? Раз, два, три. Три. Я говорю три. Бум. Шапку я не могу, да? Яблок могу? Могу, о, яблоко. Так, давай, три. Раз. Поехали. Раз. Два. Три. Бум. О, червячок. Опа, я сейчас, знаете, что кое-что попробую? В голову ему попасть, блядь. Вот что я попробую. Это мне нужно... Раз. Два. А если я один раз подниму вверх? Оп. В колено. А, я в голову не могу попасть. Ну ладно. Тогда идемте. Тебе червячка дать? Нет, окей. Курица? О, яичко. Привет, сестра, снова. А, лицо... А, ей лицо нужно разрисовать. Бля, я не помню. Я помню, красный был посередине и бил, по-моему, по бокам. Или зеленый был. Ага, зеленым я угадал, хорошо. Значит, здесь белый. Теперь зеленый. И красный. С меня охерительный художник. Знаете ли вы это? Красный, дай мне. Почему я нос не могу разрисовать?
Я разрисовал лицо, что она еще хочет. Хорошо, что здесь? Подожди, когда я повернул? Бык, ладно. Плевать, я уже повернул. Тебе еще что-то нужно, я не понимаю. Я разрисовал тебе лицо, я тебе нос не могу разрисовать. Разукрашка, блядь. Я понимаю, что вот так тебе нужно разукрасить, что это правильно. Или это не правильно? Блядь, не это правильно. Вот, все. Блять, разрисуйте полностью ебало в зеленое. Будешь как это, блять, жена Шрека. О, блять, все. Все, да? Так, вот здесь еще промазал. Готово. Ага, оно остается. Красный, это точно я помню. Зеленый может быть по бокам. Зеленый по бокам был. И белый посередине. Точно. Да? Мать. Сестрёшка. Сестрёшка, а? Угу. Белый, 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 белый. Во, да, все, все, все. Разукрасил я тебя. Идем дальше. Что это за хрень? Виноград. Побольше ты опять что-то. Будь готов, сегодня ночью мы отметим день озера. Хорошо. Яичко. А, огонь не нужен. О, птенец. Дискач, дискач, дискач. Так, ладно. Окей, я еще не. Я понял. Я еще не полностью все обошел, и это радиусы, да? Ой, пошло плохо. Так, что здесь у нас? Рука. Рука. Так, и здесь у нас что? Град. Здесь я уже могу нарисовать облачко и шарики. Окей. Ага. Это мне нужно длину, да? Вызначить. Сейчас пойдем вызначать длину тогда. Так, поехали. Первым у нас была слеза. Потом жаба. Наверху у нас был град и рука. Град и рука. Так, потом около домика. Была вот эта херь, если не ошибаюсь. Мухи были у нас здесь. Потом шел град. Потом был вот этот человечек. Я еще говорил, буду рисовать человечка. И здесь бык. Так, теперь. Это раз. Линейка. Ага, переворачивается. Хорошо. От мухи к этому. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. 5,
Потом, что еще от меня хотели там? Так, это О. 5О. Потом В и Л. Так, от шарика до града, от мухи, от человека-мухи до... От этой, до этой хрени. Раз, два, три, четыре, пять... Чё? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Шесть и сразу это сделать. Так, 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 так. Тихо. Вот, 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 вот так. Десять. Так, а теперь узнать, где что. Л. Это град. 10. И здесь 6. 5, 6, 10. 5, 6, 10. 5, 6, 10. Так. Стоять. У меня пока еще не нажал. У меня же цыпленок. Может, я хочу достижение получить. Цыпленок. Скорее всего, мне либо цыпленку этому нужно дать, либо курице. Хорошо, хорошо. Косточки. Загадка с косточками. Так, давай сначала с одинаковыми символами уберу, да? Смотри, вот, вот эти, видишь, галочки. Здесь и здесь одинаковые символы есть. Ой, здесь много одинаковых. Опа, на поле, на поле, то есть. Есть символы. Так, первое. Так. Это О. Так, с крестиками. Сюда крестик. И крестик сюда. Это S. Так, полосочки стоять. Вот полосочка. И точка темная. Так, крестик. Крестики, крестики. Вот крестик. Стоять. Раз крестик. 20 крестик. Потом наверху две точки. Две точки вот. Ай, блядь, не то. Не трогай. Не трогай эту кость. Не трогай эту кость. Так, и сюда. Так, O, W, S. O, W, S. L, S. Готово. Так, теперь идем с тобой вперед. Вперед, вперед к нашей вышке. Совиной вышке. К этому тотемчику. Так, первое. О, это 5. В, 6. И 10. В смысле? В смысле? О, 5. А, нет? Серьезно? В смысле 4. В смысле 4 и 5. Ну ладно. Так, веревка. Пошлите вниз. Спускаемся, спускаемся. Так, это шифр. Шифр у нас как раз с вами был. Это вот я записал. Значит, О. В. Л. С. Это Л. Ага, все. С у нас уже стояло. И что? Блять. Так, 4 животных, 5 животных, 1 глаз. Поехали. А. А, ну это легко. Так, маска кроликом. Это, скорее всего, количество, то есть один, потом двойка римская, потом три угла, четыре это сюда, пять, шесть, это, не, это восьмигранник, семь, шесть, так, шесть, семь, ну, и пласт. Так, маска голубя. Так, олень. Ой-ой, это у нас что? Повороты, хорошо. Потом я поворачиваю сюда, я поворачиваю сюда. В смысле? По этой стороне иду.
С этой. Правильно. Маска оленя. Так. Путь у нас... Я понял, хорошо. Это у нас сейф идет. Раз, два, три, четыре. Четыре. Три. Пускай будет три. Ага, три, 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 три. Так, четыре. Три. 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 Ну, логично, что будет либо два, либо один. И лаз будет два. О, блядь! Он взял круг и не зацепил их. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Либо я очень быстро так сделал, что он просто не зацепил их. Оп, оп. Маска голубя. Я вообще не понял ничего. Кабан. Подожди. А. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Просто нажатие. Кабан. Так, загорелись все эти. Опа. Я утаила последнее воспоминание, последний элемент эликсира. Окей, поехали. Ну, это сову нужно воссоздать. Помните, когда мы в унитаз вот лазили, она, короче, рисовала вот эликсирчик, да? И там была сова сделана. Вот нужно теперь ее вернуть, как она была. Так. Начинать лучше снизу. Оп. Оп. Так, тихо. Готово. Ага, низ перевернуть. Да, она все-таки наша мать, она сова. Ну, это было предсказуемо, честно. Мои воспоминания служат ключом не только к прошлому, но и к будущему. Черный кубик. Принести, повернись и нырни в великие глубины озера. Окей, повернусь и прыгну в глубину озера. Так, стоять, это я что сейчас делаю? Так, назад, на веревку. В смысле, у меня веревку забрали? Окей. Мне просто нужно нажимать там, где яркая, да? Ну, я вижу куб. Окей, идемте дальше. Час настал. Маска, а я не помню, кем ты был. Так, стоять. Сначала сделал так, оп, это мне уже не нужно просто. Оп, оп, и оп. Так, вспоминай. Самая первая серия, помнишь, когда мы куб взяли? Они стояли у могилы нашей матери. И у них были маски. Бабушка была голубем, брат... По исключениям, это кролик. Сестра, я не... кажется, была вот этой херней. Но я с ней не поговорил, вот это вот плохо. Час настал. Вот она была голубем. Я точно это помню. Кабан. И отец у нас был оленем. Ты готов встретиться со своей судьбой? Почему я не мог нажать?
смысле, блядь? Что вы делаете? Сука, вы что вы делаете? Да. Пробил наш час. Райский остров воспрянет вновь. Да. Поздравляем, вы прошли раз лайк парадис. А вы заработали все достижения. История ржавого озера продолжается. Так что подписывайтесь на нас в социальных сетях и на нашу рассылку. Ну, короче, что сказать. А судьбы не уйдешь, как говорится. Поэтому вот так получилось, мы вернулись. Мы помогли им типа избавиться от бед и нас все равно сожгли. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр от этой компании. Раз лайк. Пока.